эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. С вами Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Поправки в бюджет поселения обсудили на очередном заседании депутатов Ленинского городского округа. Предлагается увеличить бюджет муниципального образования сельское поселение Молоковское. Обладателями юбилейных медалей 75 лет победы в Великой Отечественной войне стали 50 фронтовиков-видновчан. В муниципалитете продолжается сдача нормативов «Готов к труду и обороне». Результаты у всех хорошие. Видно, что ребята готовились. Видно, что ребята очень хотят именно золотой значок. Совет депутатов Ленинского городского округа провел очередное заседание. Главными на повестке дня были вопросы, касающиеся внесения изменений в бюджет поселений округа. Необходимость внесения поправок в бюджеты поселений продиктована тем, что эти финансовые документы были приняты в период, когда Ленинский район не имел статус городского округа. Именно на эти нюансы в своей пояснительной речи обратила внимание докладчик по вопросу, исполняющий обязанности начальника финансового управления администрации Ленинского района Нина Хованюк. Теперь, когда у нас с вами уже сформирован городской округ и 172-й закон Московской области от 19 июля 2019 года говорит о том, что в городском округе остаются у нас бюджеты поселений, единого бюджета на 2020 год у нас нет, но вопросы, которые необходимо решать в городском округе, решаются с учетом именно тех бюджетов, которые есть. Таким образом, теперь появилась возможность направить дополнительные средства на решение различных вопросов, касающихся жизнедеятельности поселений. В частности, это касается проектов развития дорожной сети, устройства уличного освещения и комплексного благоустройства территорий, решения социальных задач. Предлагается увеличить бюджет муниципального образования сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области по расходам на сумму 46 962 тысячи рублей. Увеличить бюджет муниципального образования сельское поселение Развилковское Ленинского муниципального района Московской области по расходам на 11 829 9 тысяч рублей. Предлагается увеличить бюджет муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области по расходам на сумму 45 358 1 тысяч рублей. Все поправки предварительно были рассмотрены на заседании бюджетной комиссии, о чем собравшимся доложил ее председатель Артур Григорян. Депутаты Ленинского городского округа большинством голосов приняли представленные изменения в бюджетах поселений. В этом году наша страна празднует 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Запланированы сотни мероприятий, в том числе и вручение юбилейных медалей. В нашем муниципалитете их обладателями станут 658 человек. Ветераны, труженики тыла, узники фашизма – все, кто внес свой вклад в победу. Стремительно приближается День Победы. До торжеств остается меньше 2 месяцев. К празднику в Ленинском округе, как и по всей России, проходит вручение специальной награды – юбилейной медали 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, учрежденной указом президента Владимира Путина. В районном историко-культурном центре прошло торжественное награждение. Обладателями медалей стали 50 ветеранов жителей нашего муниципалитета. С приветственным словом к ним обратился Моисей Шамаилов. Еще раз выразить всем огромную благодарность всем, кто воевал с оружием в руках, тем, кто помогал тем, кто воюет, тем, кто ковал победу в тылу, тем, кто трудился на заводах, фабриках, колхозов, совхозов, все, кто выходил на дежурство, особенно в наших вот краях, где были зенитные, зона противовоздушной обороны. Еще раз благодарю за все, что вы сделали. Низкий вам поклон от всех нас. Юбилейная медаль появилась и на лацкане жакета ветерана Великой Отечественной войны Евдокии Михайловны Свешниковой. Когда обрушилась беда, она была еще совсем девчонкой, всего 14, но уже тогда вместе с подругами рвалась на помощь своей стране. Не боялись никакой работы. Шили рукавицы с одним пальцем, стрелять.
мыли посуду, мыли полы в столовой, мыли котлы. Вот, осенью послали на уборку, и очень сложные. Кушать было нечего. Были мы очень худенькие, но силы, азарт, молодые были. Вот, рвались туда, где потяжелее. Потому что мужчины были на передовой, а женщины трудились кто где. Что вам дало силы вот пройти все это, выдержать? Все выдержать. Любовь Родины, вся, весь Советский Союз был в кулаке, чтобы отбить врага. До 9 мая юбилейные медали вручат всем, кто внес свой вклад в победу. Фронтовикам, труженикам тыла, узникам фашизма. В нашем муниципалитете это 658 человек. Екатерина Коваленко, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ. На территории Московской области государственные инспекторы ГИБДД провели профилактические рейды «Нетрезвый водитель», «Детское кресло» и другие. В Ленинском городском округе в мероприятии было задействовано два экипажа ОГИБДД. Местом дислокации выбрали Белокаменное шоссе. Сотрудники ГИБДД проверили документы почти у сотни автовладельцев. Один экипаж останавливал отдельные автомобили, а другой проводил массовую проверку. Остановленная первая машина в потоке преграждала движение всем последующим. Сотрудники быстро проверяли документы, поэтому большой задержки в движении это не вызвало. За два часа работы проверили почти сотню автомобилей. Серьезных правонарушений выявлено не было. Лишь у нескольких автовладельцев не оказалось водительского удостоверения. Их отпустили после того, как родственники привезли им необходимые документы. В Ленинском округе продолжается сдача норм ГТО. На стадионе «Металлург» старшеклассники из различных школ муниципалитета выполнили нормативы по стрельбе из электронного оружия и силовым упражнениям. За меткими и ловкими наблюдала Наталья Буслаева. Сдача нормативов по силовой подготовке проходила на стадионе «Металлург». На спортивное мероприятие пришли ученики старших классов из школ Ленинского городского округа. Подростки проявили себя в таких испытаниях, как наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, подтягивание на перекладине, прыжок в длину, пресс и отжимание от пола. Результаты у всех хорошие. Видно, что ребята готовились. Видно, что ребята очень хотят именно золотой значок. И они очень стараются. Ученик 11 класса Бутовской школы номер 1 Артур Ахаян пришел сдавать нормативы ГТО, чтобы получить дополнительные баллы к ЕГЭ. Артур планирует поступать в военное училище. Признается, что немного боялся гимнастических упражнений. Я, честно говоря, не любил тянуться вообще сам по себе, не люблю тянуться. Больше на силу люблю давить. Ну, то есть подтягивание, пресс, отжимания и такие вот нормативы. А гибкость, думал, что вот будут проблемы, но, к счастью, получилось. Сдал нормально, на золото получилось. Артур рассказал, что успешному выполнению нормативов комплекса ГТО и хорошей физической подготовкой он обязан своему преподавателю по физкультуре. У меня свой военно-технический клуб, и вот ребята, которые занимаются у меня, нормативы ГТО, для них это стандарт, который мы сдаем в клубе. Так что, приезжая сюда, ребята уже знают, что от них требуется, сколько, и поэтому выполняют норматив на 100%. Ребята также могли продемонстрировать свою меткость в стрельбе из электронного оружия. Тир для ГТО представлен компьютерным макетом пневматической винтовки, которая в полной мере имитирует процесс выстрела. Сегодня у нас выдался хороший день. У нас целых 5 человек сдало нормативы по стрельбе, что большая редкость, потому что обычно где-то из человек 30, ну, 2-3 сдают. Но если ходить регулярно каждую неделю, вот на третий раз мы так уже вывели небольшую статистику, на третий раз дети все-таки сдают. По результатам тестирования 22 золота из 34 человек, пришедших проверить свои физические возможности. Следующие испытания теперь уже по метанию снарядов пройдут 19 марта также на стадионе «Металлург». Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Вместо красок – съедобная глазурь, а вместо холста – пряник. Более 30 пенсионеров в рамках программы «Активное долголетие» приняли участие в интересном мастер-классе по росписи имбирных пряников в Центре социального обслуживания «Вера». Что из этого получилось, узнала наша съемочная группа. Мяни-вирусские, сладкие.
Мастер-класс по росписи имбирных пряников в Центре социального обслуживания «Вера» начался с песен и интересного рассказа об истории этого лакомства. Говорят, первые пряники на Руси появились еще в IX веке, когда в рецепт так называемого «медового хлеба», заимствованного у варягов, наши предки начали добавлять травы и пряности. А уже к концу XIX века в нашей стране насчитывалось около 20 сортов этого лакомства. Пряник – это символ праздника, хотя его делали не только по праздникам. По способу приготовления пряники делят на три вида – печатные, вырезные и лепные. Для участников программы «Активное долголетие» Центр «Вера» закупил 100 имбирных заготовок на Покровском пряничном заводе, а также разноцветный айсинг – так называется глазурь, которой расписывают пряники. Роспись оказалась делом хоть и творческим, но довольно трудным. Сложности, конечно, нет. Нет навыков еще тех. Их нарабатывать надо. У кого-то получалось лучше, у кого-то хуже, но мастер-класс понравился всем без исключения. Очень красиво. Трудоемко, конечно, но что получается. Все рады, наверное. И песни тут нам пели очень хорошие. Ну, мы довольны. Во-первых, ручками работаем. Во-вторых, сладко. Созданные своими руками пряники пенсионеры могли забрать себе. Домой покажем родным своим, как, чем мы тут занимаемся. Годность 6 месяцев, пусть стоит. Если кто-то придет и посмотрит. А это я подарю внук какого-нибудь. У меня внук много, я как бы младшим подарю. Это машина. Это я машину я подарю внучке, пусть она угадает. Поэтому что это такое? Я ей расскажу, как эти делаются пряники, как вот мы среди женщин. Как нам показала наша руководительница вот историю действительно вот этих пряников, не только тульских, но и калужских, и многих других. В рамках губернаторской программы «Активное долголетие» видновские пенсионеры уже познакомились с такими народными промыслами, как дымковская игрушка, хохлома и городецкая роспись. И впереди у них еще много интересного. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно это. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч!